Степану. И есть тейкдаун! Половина второго раунда позади. И пока что все в точности по сценарию, написанному Абдулманапом Нурмагомедовым. Закрывает полностью Конор Макгрегор. Еще один удар. Оборона становится все более и более пассивной. Кёрдли внимательно наблюдает за происходящим. Пока что безучастно. Серия ударов продолжает просто избивать Хабиб Конора, который лежит на стиле. Пассивная оборона. И что? Серия ударов. Кёрдли подсказывает, что надо броняться активнее. Просто перемалывает сейчас Хабиб Конора. Сейчас взял буквально палки на несколько секунд. Продолжает работу. Но и в борьбе боковой контроль. Хабиба Нурмагомедова. Действительно, тотальное избиение ирландского спортсмена. Взял небольшую паузу Хабиб. 59 плану. И есть тейкдаун. Падает Тодд Конор. Оказывается, он на спине. Сразу же пытается его Хабиб развернуть. Просто сумасшедшее выступление показывает Хабиб Нурмагомедов. Как зацепил справа. Улучшает позицию. Входит фулл-маунт. Кажется, да, что Конор уже готов отдавать спину. Да, отличная позиция у Хабиба. Фулл-маунт есть. И шансов у Конора остается совсем мало. По такому раскладу подключать локти. Конор пытается вырваться, не получается. Но улучшает позицию Конор Макгрегор. Очень тут хотел вложиться в этот удар справа локтем Хабиб Нурмагомедов. И совсем чуть-чуть потерял позицию, но... Он затем все вернул в то русло, которое необходимо. Продолжает Хабиб работать из гарда.